всем привет. И это вторая серия того, как не нужно играть в CS. Сегодня я снова буду демонстрировать вам, насколько криворуким может быть человек. И мы, пожалуй, начнем. Так, что, это я пытался в соревновательное играть, ничего не получилось, меня там унижали. Даже обижали. Ну, ладно. Так, ну что, поехали. Будем посмотреть, что там будет происходить. Ну, начало игры. Погнали. Just do it. Блин, интересно, я смогу вставить этого мужика сюда? Надо будет порыскать где-нибудь. Do it! Давайте. Do it! Так. Ну что, кого я сегодня еще не убил? А кто меня еще сегодня не убивал? Даю первую и последнюю возможность. Ну что? Ну? Охрененно зашел. Просто офигительно. Не успело все начаться, как уже все закончилось. Да. Прямо матч богов. Вот я зашел, и сразу все. И сразу финиш. Без всякого, вообще. Сразу поняли, что батька зашел. И все повыходили. Ну или все сразу проиграли. А я выиграл. Мираж. Ну давайте мираж. Ненавижу. Я просто на ней 5 раз подряд слился. Я даже не знаю, считать то за тайм или не считать. Чё? А мы еще не начали. А когда начнем? Чё, вот он я. Чё, куда бежать? На Б. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты тихо. Ты смотри. Группа леммингов, блядь. Ать-ать-ать-ать. Фристайла, блин. Ой, надо ж перезарядиться. Так. А туда. Б туда. Пойдем на А. Ай, ты, гребаные ступеньки. Тихо. Что-то уже какой-то шухер идет. Че? Выглядывай. Ух ты, блядь, не-не-не-не-не-не. Ну в спину, подло. Ну ты, конечно, корявый. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я убил Иванова. Иванова. Ваня! Куда ты, блядь, пошел? Стой, гнида, да что ж такое, блядь, неуловимый какой-то. Ран, Вася, ран, блядь. Тихо. Что-то пули летают всякие, блядь, трассеры, блядь. Кто меня мочит уже? Что происходит? Дайте хоть кого-то убить. Бот Брайан. Отлично. Я так стонал, блядь, как сучка. Ладно, поползли наверх. И чё ты тут высматриваешь? Тихо. Меня там кто-то, блядь, прессовал только ж. Блядь, пиздец он снайпер. Так, шухер, что происходит? Куда бежать? Не люблю карты с открытыми пространствами. Я слишком сыкую. Блин, вот же ж. Ладно, еще рано называть их крысами. Я еще не настолько зол. Да чтоб тебе жилось, как мне хотелось. Ну да. Даже в сторону мою не посмотрел. Кого? А вот так. Нефиг крысить. Ты вообще свой? Russian team. Сомневался в тебе.
Да тихо, ну ша, ну ты, ты что ты творишь, блин? Блин, я уже успел уйти, а меня все равно прессанули. А вот так. А вот так. Все, на этом мой скилл должен был закончиться. Батя тащит. Все, я свою оттащил. Бля! Чё-то я разнервничался. Вот здесь была адская перепалка. Ну шо, ну шо, ну шо, ну шо, ну шо там? Свои стреляют, блядь, или не свои, я даже не уверен. Что-то я сегодня особенно криворукий, блядь. О как. О, меня нахуй послали. Господа, первая школа лоза сегодня. Так я же где-то здесь. Эть, мстя моя жестока. Что ты думал, убежишь от меня? Не тут-то было. Блять, три патрона, что я делаю? Это мне, наверное, никак не спасет. Я стрелял ему прямо в яйку. Он, наверное, этим был недоволен. Мамасита! Я убил его с мамаситы. Сейчас давай, я тебя убью, блин. Тихо, 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 чё ты? У меня какашников. Это свой. Пойду в окно. Джеронимо! Есть кто? Нет никого. Давай, давай. Ах ты подлый хуй! Простите меня за выражение, я просто что-то у меня пригорает пятая анатомическая точка. В общем, пригорает то, где спина заканчивает свое название. Ну да ладно. Хотите, чтобы я нервничал? Вы не бережете мое здоровье, господа. Вот Брайан знает, как надо умирать. И ты знаешь, как надо умирать. А кто там такой хитрый? А, это свои. Ну чё, чувак, как дела? Судя по всему, нормально. Эй, ну да, и ну да. Кто-то сыт патронами. Блять, я думал, это не свой, а это свой. Короче, путаница. Я валю отсюда, ну вас всех нахер. Блять, да шо ж такое? Я уже... Вот Брайан решил мне отомстить. Вот понял, бля, что я над ним стебусь, короче, и все. И решил, что тело пахнет валидолом. Тихо. Эть, эть. Вот так вот и все. И все проблемы решены. Я доволен, ты мертвый. Все хорошо. Ой, блядь. Ой, блядь. Блядь. Слушай, Тайгер, блядь. Вудс. Ну, усы. Тебе никто не общипывал. Шутка была неудачной. Зато я знаю, где ты, Питер. Я знаю, где ты. Толку ноль, но я знаю, где ты. Отлично. Он встретил меня копченой булькой. Он был убит лещом. Да, я точно отсюда выйду, что-то там как. Все не в мою пользу. Что там? Что там? И что там? Ух ты, блядь, как все тут трудно. Потом, видишь, он, короче, меня убил и отжался.
убил и отжался. Блять, да хуя спортивный. Эй, это свой, это не свой, блин, опять он со своим ГВП, блин, меня, блин, может и меня взять, не то, но тоже неплохо. Так, ну что, покажем, на что мы тут способны. 49 убийств я на нем сделал, хорош. Да чтоб тебя черти в рот кочепужили, блять, что ж ты такой. Никогда не убивайте много ботов. Они потом мстят. Курица, как дела? Ну-ка. Там еще кровища должна быть, дерьмища, но... Вот так. Тихо, блядь. Свои же меня рубят. Не любят они меня. Сделал я им что-то. Давай, давай еще раз. А? Вот так вот. Батя нереально тащит. Что-то меня сейчас, по-моему, блядь, убьют. Насильно, анально. Не поверите, меня снова послали в разные места, не столь отдаленные. А потому что нефиг. Жизнь переборщил. Чё меня все чмырят? Что происходит? То есть, если меня убивают, я должен молчать. Если я убиваю, то я сразу fucking русский читер. Чё? Террорист вин. В общем, в данном ролике мы обнаружили, что мне сегодня не пьет. Нихуя себе. Я смотрю, тут тоже есть глобалы, а-ля школу ло 5-6 класс. А, мастеры адски вести диалоги. Давайте на Дасте. Может, там я покажу что-то более лучшее, чем сейчас. Давай. Что медленно как-то? Мне всегда кажется, что у других загружается быстрее, и они успевают набить скиллов быстрее, чем я. Так, ну теперь мы за теров. Да, она не забывшая за теров. Здрасте. А я уже ждал, что-то я 15 секунд живу, блин, а меня еще никто не убил. Так, понятно. Что ничего не понятно. Блядь. Да что ж такое? Один и тот же. Не, я должен именно его убить. Че меня постоянно посылают куда-то? Я же еще даже тебе ничего не сделал. Не успел. А, и меня. Ну, понятно. Значит, вначале посылали не меня. Теперь меня. Теперь снова меня. Fucking Russian cheater. Куда они, блядь, знают, что я по-русски говорю? У меня ник такой палевный. Вроде нет. Что там? Все нормально? Все нормально. Есть кто? Есть кто? Есть. Блин, ударка у него сыкотная какая-то. Блин, где я появился? Сейчас он сюда придет, я уверен. Мастер дигла. А, блин! Да в натуре, что ж такое? Возьми другое оружие, блин, не позорь мне и трусы. Мне, наверное, тоже надо оружие сменить. Так, по
Ставлю-ка я вот это, случайное оружие. Офигеть, офигеть, столько старания, меня покемон убил. Пикачу, ебать тебя за... И гей какой-то меня убил. Да что такое, дайте мне хоть опять Пикачу его, чтобы его... Пика, на! Это, блядь, вообще нездорово. Что это за ад? Знай ты здесь. Как? Я его даже не видел. Не то, что не чуял. Не видел, не слышал. Даже моргнуть не успел, а у меня в мозгу уже, блин, свинец зачесался. Давайте я вот так вот с дробовиком тут потушу. Плохая идея, мне кажется. Будет сегодня, не будет. Чё? Да что ты такое? Меня гей какой-то убивает. И ржёт. Убивает и ржёт. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Я съёбываю. Всем спасибо всем. А где первый делся? Херасе, я тут, блядь, что ты... Я тебя, блядь, убью меня! Иди нафиг. Ну, я мог. Симпсон, Деда Мороз. Что я вообще делаю? Что, блядь, происходит? Иди нахер! Иди нахер, я сказал! А вот так... ощущение, что что-то они тут, блядь, неправильно делали. Есть подозрение на то, что я криворукий. Неужели это правда? Нет, врут, наверное. Точно врут. Папа, папа, бывают пряморукие тиммейты? Нет, сынок, это вымысел. Да иди нахер. Я убил мопсика. Я обожаю этих собак. У меня был Sony Turk. Или Dark. Я не уверен в правильности. Я его не видел. Ниндзя. Ниндзя. Хера себе. Да, покемон опять. Пикачу его за хвост. Фига себе мопсик. Чистый ганнибал Монолектора. Но... Куда он исчез? И появился. Да что было вообще? Что тут за телепорты? А я тоже хочу. Меня в какой-то сральник телепортирует. Тихо, тихо. Что там за прострелы? А? Молодца. Да пизделся. Ну, я был близок к победе. Я не знаю, это я его же, он меня уже, или кто же, что же, кто же, где-то, надо к логопеду что ли сгонять. О, не, это была плохая задумка. Get to the chopper! Get to the chopper! Так когда ж ты сдохнешь? И терминатор, конечно, но тоже живущий. Свои, не сыкуй. Я туда. Не пойду. Пойду вот туда. Блять.
происходит? Ты его изнасиловал, что ли? Морально опустил. Вылетай, говорит, ты говно. И все, тут такой, блядь. Все, куда? Куда мне дальше воевать? Фига себе. Меня пугает этот мопс. Ну куда, блядь? Ну так как, ну что, ну... Блядь. Что-то у меня сегодня много мата. Это непростительно. Но я ни хера не могу с этим поделать. Вот именно по этой причине. Иди нахер! Не, ну меня космос убил. Бригада. Ну ты... Ну ты понятно все с тобой. Ты понятно. Ты меня, блядь, и вначале 64 раза убил. Пылесос обана! Ой, пылесос закончился. Забился, что ли? Что там? Ебать! Так, надо с матом заканчивать. Вы можете оценить степень бомбления у меня в огневой точке. С помощью выражения мной некоторых слов, четко объясняющих мою позицию. Иди нафиг. Блин, Пикачу, я выбираю тебя. Что ты где-то видишь? Вот стрелял. Ну, опять мопсик. Мопсик был. Не, я и калаш — это две несовместимые вещи. Да кто? Что? Мама де море. Детская сила. Нет, нормально, нормально, нормально. Вернемся. Ну. Блин! Ну кто же их там ждал? Надо было. Почему я? Тебя там сверху убивали, почему я? Что я сделал? Я всего лишь в тебя стрелял. Блин, а пылесос хорош. Хе-хе! Вот видите эту сволочку. Явно замышлял что-то плохое про зайцев. В общем, люди-человеки, на этом вторая серия, так точно, того, как не стоит играть в КС, вы видите все мои ошибки, сможете это проанализировать и забить болт. В общем, вот так как-то. В общем, вы в курсе, что надо сделать, надо... показать это как больше количеству народу. Блин, я это заучивал, это трудно сказать, это вообще капец, как это вообще люди говорят. Ой, ара. Короче, подписывайся на мой канал. Вот там вот справа, вот там вот чуть-чуть правее есть подписаться. Вот это сделаешь. А там еще можно вот такой вот, типа ты крутой, да, там пальцы вверх, лося наверх, короче. Надо его поставить срочным образом, потому что у меня все капец как грустно. И вообще я печален. А таким способом, народ, вы будете всегда мотивировать меня на выпуск какой-нибудь очередной трешачины. Ну, в общем, вы в курсе. А так, всем спасибо. Всем пока.